все нахуй! Она горячая! Сдох, сука, снег! Ребят, хотите приумножить свои финансы? Тогда вам на сайт Егер. Здесь, вкладывая 100 рублей, ты можешь получить до 5000. И моментально деньги вывести на свой Киви кошелек, Яндекс.Деньги или Payeer. Тут все просто. Нужно выбрать одно из 8 яиц по разной стоимости и начать вскрывать их. Шанс, что ты удвоишь свой капитал, приближается чуть ли не до 90%. Тебе надо всего лишь открыть пару яиц. 50 тысяч. 50 тысяч. Нажимаю «Вывести». Выбираю Киви кошелек, ввожу сумму, ввожу номер кошелька, и деньги моментально придут на мой счет. Попробуйте и вы, не пожалеете. А при переходе по ссылке в описании вы получите денежный бонус от Егера. Егеру многие благодарны за то, что он позволил им заработать. Поэтому у них так много положительных отзывов и отличная репутация. Во вкладке «Отзывы» вы можете увидеть, как многие удваивают свой капитал до 50 тысяч рублей в день. Переходи и приумножь свои финансы по ссылке в описании. Не проспи свой шанс. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Да едем, подожди. Просто. Вот это зря. Слышь, блин. Алло, блядь. Лёля, ты пьяная? Я, наверное. Пьяный, как собака. А как твой локоточек от... Я не знаю, я не знаю, понимаешь? Мы поедем или нет? Поехали примерно туда, где мы были с тобой тогда, помнишь, первый раз? Я не помню. Не ебни его в жопу, я тебя умоляю. А тебя ручники смущают, да? Блядь, сука, смущает. Не боись. Чувак, давай за все, я тебе серьезно говорю. Блядь, Мерседес преследует. Это мой Мерседес. Если бы ты был трезв, ну. То ты бы поехал. А если я, блядь, протрезвию за ці півгодини? А не дай бог, ты, сука, блядь, односторонняя. Да поеб... Всем. Я выйду, я покажу всем своих количество подписчиков и всем всех. А если не боись, я, не смотри, боись. А если я сажусь за твой GLE? Не, ну просто... Я пишу нахуй разъебал. Подожди, пьянище, мы хотели, говно. Чтобы кальян был. А куда мы едем? Я не знаю, ты куда-то едешь. Ты единственная, кто, кому я доверил. Вот это, вот, блядь, это, я тоже хотел доверить. Я тоже рассказывала, что... Меня укачивает, блядь. Ебать. Лёля, блядь, стой, блядь, не надо, я тебя умоляю, пожалуйста, не надо, успокойся. Нахуй ты это делаешь? Всё хорошо, видишь? Мы плавно раз 5 тормозили. Ладно, я его вырубаю, нахуй, такой. Стоп, подожди, вот это я помню, что вчера мы говорили о каком-то... Где мы были еще вчера? В кафе. В каком кафе? Там многие. Мы решили оттуда быстрее ехать. В кафе ты был. Подожди, я помню, что мы сели в твою... Мы сели в твою машину, правильно, нет? Да, сюда. И стопили в твою сели машину. Ну, я, да, не, подожди, мы не, подожди, мы не ехали в кафе. Стоп, хорошо, если мы поехали в кафе, как мы поехали? Мы на твоей машине я помню, поехали в кафе, а потом поехали домой на моей машине, потому что твоя не завелась. Я помню, что мы... Реальная история. Я помню, что мы сели ко мне, куда-то поехали. Да. А там я уже не помню. Не, я не помню, правда, что мы где-то сидели, что ты где-то спал. Ну, конечно, там не сильно. А как я зашел туда? Нормально, я даже вышел. Я просто не помню, что тебе куда-то заходил. Ну, здесь уже наладилось все, да? Ты помнишь, как кино смотрел? Лёля, ну нифига не смешно, ну что же делать? Это тоже не смешно. Мы вообще затиранули. Я уже у тебя дома? Ты уже у меня дома? Бля, ну... Что ты сделаешь с машиной? Мы ее просто немножко... Стоп, подожди, а моя машина где? Долго идет, но почему-то долго. А пишет, что твоя машина не заводится. Можешь на ключ закрыть? А почему она не заводится? Да вы задолбали, нахуй вы такое делаете вообще? А почему она не заводится? Вы меня наебаете. Нет. Ее подкурить надо. Я снимаю. Антон водитель. Антон, блядь, водитель. Включи на громкую его. Только нахуй его не посылаешь. Алло. А почему? Я не знаю, почему не заводится, и все. Мы можем завтра к ней вернуться, да? Хочешь. Алло, так, а вообще, Блин, а как это, блядь, моя хуйня заводится? Не ехала, думаю, нормально. Что ты же, блядь, дебил, блядь, конченый? Стоп, а нахуй, блядь, в чего? Сука, вы конченые, блядь, из вас, блядь. Что нахуй?
Вы типа сегодня что вы делали сегодня, что она на меня заводится? Дурачок ты, блядь. Спят усталые игрушки. Ты закрою, блядь, говорю. Да, мы смотрели кино, потом я лег, начал все. Немножечко... Короче, немножечко прилег и все. Смотри, он снимает на твою камеру тут себе. Иди в жопу, блядь. Не знаю, откуда он. Я не знаю, откуда он. Я случайно его увидел. Я думал, что это твое. Думаешь до сих пор? Так а машина где стоит моя? Это там, где кафе это было? Ты ее не заведешь, но ты смеешь это делать. Это вчера уже сделали. Провода горят. Это что-то выхватывает, вырывает эти провода горящие. Потом кричит, блядь, обожгли руки. А откуда он реально его принес? Я не знаю. Ну, у меня в машине он лежал. А, я хотел тебя охранять. От кого? Там мало ли какая ситуация. Я же тоже бухой был. Мало ли какая... Чем? Я решил тебя охранять. Мало ли какая ситуация. Нет, ну действительно. Ты машину поцарапала свою еще. Я тоже думала... Ты помнишь вообще, чем мы вчера занимались? Ну мы-то едем, подожди. Мы, короче, вчера решили готовить здесь, смотрите, там две курицы. И именно, походу, процесс был интереснее всего, потому что их же никто не ел, ничего с ними, их чисто приготовили. Вы даже не пробовали? А когда? Мы их приготовили и могли спать с чистой душой. Я встал тут, пытался понять, где я вообще нахожусь. Что ты говорил? Не снимай меня никогда в трусах, и сейчас меня не снимай. Почему? Блять, мы с тобой договаривались, я с тобой нормально разговариваю сейчас. Охранять, блять, говорит. Чтобы понять, что вчера было, я решил заглянуть в айфон. К счастью, Артур вчера бегал с моим телефоном и что-то снимал. Сейчас мы... Вот с чего начинался вчерашний день. Это я забежал на машину, типа по капоту, на крышу прыгал. Короче, оказывается, мы вчера были еще где-то в кафе или в кальянной, я не знаю. Ха, я понял, не снимай, выключи. Короче, я рассказывал, да, что машину мою подкуривали, прикуривали, пока я дошел в магазин. Почему они решили ее прикуривать? Потому что, вы знаете, что такое скайбрейк? Такая штучка, без которой машина не заводится. Этот скайбрейк был у меня... Поэтому машина не заводилась, и не начали же ее, блядь, подкуривать. Потому что же, блядь, аккумулятор, видимо, сел, наверное, блядь. И, кстати, точно так же вчера водитель Оли, у нее есть водитель свой, мы поехали на ее машине к ней домой, а моя осталась там, где мы были, вот на месте. И водитель должен был мою машину то ли к Оле привезти. Короче, блин, я не помню вообще, не знаю ни хрена. Короче, она тоже не заводилась, не ехала, потому что скайбрейк у меня... Короче, какой-то я морально нестабильный. Давайте не будем смотреть на мое унылое ебать. Где? Вот, по этой стороне. Сука, мы не знаем, где моя машина. Напоминает фильм, знаешь, «Чувак, где моя тачка?» «Чувак, где моя тачка?» называется. Я за эти два дня постарел лет на 20 морально. Блин, сколько проблем, пиздец. Через пару часов должны приехать и убрать хату, потому что очень сильно, блин, засрано после съемок. Там все в грязи, в песке, блин. Ай, блин, я же вам не могу еще рассказывать. Короче, там, блядь, пиздец, короче, там, блядь, где машина? Мы вокруг уже обошли здесь местность, а то я не могу найти машину. Дело в том, что я даже не помню, где ее, я не помню, как ее парковали, я вообще ничего просто не помню. Оля, машину поцарапали вчера. Это до такой степени тупо, что ты не можешь просто найти свою машину. Кусок памяти просто стерли. Дом я свой не закрывал вообще. Ночью Леша пришел, у меня дома спал. Я и не знал. И за хату платить нужно. Еще куча дел нужно. И нужно везде ехать, везде деньги снять, обналичить нужно. Еще что-то, блядь, еще что-то. Сука, куча дел, я не могу машину найти. Сука, вот она, блядь. Нашел пропажу. Влог будет называться «Потерял машину, блядь, или как?» Сука.
хотел сказать, что за чмо мне, блядь, оставило отпечаток на машине. Это я вчера, блядь, бегал вчера по машине. Моя любовь, ты не знаешь, где я на самом непритоне. Я в хламину. У меня начались очень жесткие провалы в памяти. Я произнес вслух предложение, и прошло буквально секунд 10, и я забыл, что я сказал. Я переспрашиваю человека: скажи, пожалуйста, что я сказал последнее? А еще мне говорят, что завтра и послезавтра видео жара. Я не знаю, как я это все вынесу. Такое чувство, что я, если я буду продолжать делать то, что я делаю, я сдохну. Надо прекращать. На видео жара, постараюсь пережить это все. Сейчас уборка ко мне домой приехала. Короче, были съемки. И, короче, мне в гроб пихали крысу, сука, как я кричал, как резный. Их так ненавижу, так их боюсь. Вроде уже нормально. Она у меня дома была, в коробке сидела. И вот домой прихожу, Леша говорит: крыса вылезла и где-то съебалась. То есть дома где-то, непонятно где. Надо еще крысу найти. Реально, такое чувство, как будто я лет на 15 постарел за эту ночь. Сука, блядь, сколько она там насрала? Ты можешь ее достать оттуда? Она не укусит? Откуда я знаю? Не, она не кусается. Она не... Ты откуда знаешь, блядь? Да подожди, мне страшно. Да просто возьми, ну что ты такое? Давай я поснимаю, а ты ну возьми. Давай. Иди сюда. Ой, что-то у нее глаза злые. Так вот именно. Ай, она дергается. Ага. Чувак, что она дергается? Она не была такая дерганая, блядь. Так потому что голодная.